Здравствуйте, уважаемые зрители Ул-Правда ТВ. С вами Виктория Чиркова и Василий Дронов. Сегодня мы обсуждаем мифы, факты и информацию о Сталинградской битве. Дело в том, что это сражение было самым масштабным за историю Великой Отечественной войны, ну и Второй мировой тоже одновременно. Поэтому это событие, страшное событие, оно обросло мифами и всякими там инсинуациями. Потому что и советская цензура тоже берегла тщательно информацию от чужих людей. Василий, давайте сразу начнем с мифа о том, как бомбардировка 23 августа 1942 полностью разрушила город. Во всех источниках указываются единовременные потери в 40 тысяч примерно гражданского населения. Но мне пришлось посмотреть архив. Там фото страшных, например, с телами, с трупами, с убитыми, с покалеченными не было. Почему такая несостыковка получилась? Ну, вот смотрите, бомбардировка Сталинграда 23 августа. На самом деле бомбардировка шла 3 дня подряд. С 23 по 25. Это действительно страшнейшие налеты. С 23 по 25 года было зафиксировано около 4000 пролетов вражеских самолетов. Причем немцы очень грамотно блокировали нашу авиацию, которая располагалась на аэродроме практически в черте города. Вот на заводе СТЗ на аэродроме находилась 102-я авиадивизия. Это, считайте, 2 километра от фронта. То есть их просто подавили, блокировали истребителями. К тому же на это время наша 102-я дивизия насчитывала 57 активных самолетов. Немцы просто вот сравняли с землей город, и за первые дни, по-моему, потери были всего 3 сбитых самолета. 2 с зенитками, а 1 добили истребители. Почему высокие потери? Дело в том, что Сталинград — это же промышленный центр. И большая часть города — это деревянные постройки рабочих кварталов. Поэтому, если их закидывать зажигательными бомбами, там выгорает все. И потери в 40 тысяч населения, 40 тысяч человек, оценочные, они, в общем, могут быть вполне реальные. Нет трупов, ну, понимаете, ну, нас их особо и не фотографировали. А убирать-то, говорят, некому было? Нет, убирали, но поскольку, я же сказал, бомбардировка шла 3 дня подряд, на это просто не всегда было времени. К тому же многие погребались под завалами зданий, и их даже откапывали и к маю 43-го года, когда завершилась более-менее очистка города от вражеских мин и от тел павших. Почему-то такая информация бытует, что вообще потери составили менее 1000 человек. Откуда такая версия могла тоже появиться? Опять от пропаганды, что ли? Ну, 1000, это, знаете, вот пальцем в небо. Я могу сказать, там, 200 тысяч. Понимаете, это опять, наверное, скорее всего, принизить либо героизм наших, либо показать, что да никакой битвы не было, там все коммунисты придумали, как известно. Вот, поэтому нет, 1000 это даже не низший предел. Потери исчислялись десятками тысяч, по крайней мере, в первый налет точно. Вот далее вы сегодня принесли экспонаты. Расскажите, это понятно, что это прямые участники тех самых сражений. Вот тут Т-34, Т-70, Т-60, а вот это немцы кто у нас? Вот, слева это немецкий Панцер-4 или Т-4, как в наших документах писали, Панцер-3. Кстати, знак у него 24-й танковой дивизии, это кавалерист, преодолевающий барьер. Это та самая дивизия, которая сражалась в Сталинграде и там же погибла. Кстати, командующий этой дивизией потом стал командующим танковых войск Республики ГДР. Генерал Лунц. Это как у него так получилось-то? Хорошо, ну, вырулить он на танке? Был взят в плен. В общем, потом вступил в союз немецких офицеров, антигитлеровский союз. В общем-то, не запятнал себя военными преступлениями, расстрелами и прочих. Поэтому не было никаких оснований считать его военным преступником, а как военный спец, которых много служило, кстати, и в республике ФРГ, и в республике ГДР, он нашел свое место. Не запятнался, был гибким, порядочным, получается, да? Ну, уж не знаю, насколько порядочным, но, по крайней мере, в военных преступлениях не доказан. Из наших танков Т-34 как раз модель Сталинградского завода, которая отличалась вообще максимальной простотой. Даже вот обратите внимание, что опорные катки без резиновых шин. То есть, и что это дает в техническом это отношении? Это просто экономия. Просто Ярославский резинокомбинат не успевал справляться с выпуском резины, и поэтому на Сталинградском заводе делали вот с внутренней амортизацией. То есть на втулку резиновую прокладку надевали, которая там после 100 километров,
ну, просто в хлам. Износ большой был, да? Да, но, с другой стороны, это не нужно было. Потому что интенсивность боев, что если танк сутки боя пережил, это уже хорошо. А если его подбили, он как огневая точка стоял и бился до последнего. Учитывая, я же сказал, что боевые действия шли в нескольких километрах от заводов. Вот. Т-70, Т-60, легкие танки, это производство Нижегородского завода, это с автомобильными агрегатами, самые простые и дешевые. Потому что 42-й год, как раз лето, это эвакуированные на Урал предприятия начинают выпуск. И нужно любой ценой поддерживать численность техники. Мне они внешним видом напомнили БМД наши современные. Да. Они такие компактные рабочие лошадки получаются. Они рабочие лошадки компактные, хотя вот, например, то, что они маленькие, они очень просторные. То есть там вот достаточно было просторно, если вот Т-60, например, я смотрел, он маленький, аккуратненький, он там два человека в танке, там достаточно свободно. Т-34, конечно, он весь такой вот тесноватый, поэтому вот в узкой башне, если еще в ватнике, там проблематично. Но вот это основные противники битвы за Сталинград, вот мы в моделях их представим. Вот, понятно, здесь участники есть той самой битвы. Есть такой миф еще, что Сталинград – это место самых страшных боев, однако самые кровопролитные бои шли за пределами города. Опять же, вы заметили такую тенденцию, то, что хотят преуменьшить? Вы знаете, такая вообще есть тенденция, потому что сейчас же важнее мнение, чем факты. Вот очень всякие досужие любители рассуждать, они вот, а мне кажется так. Понимаете, Сталинградская битва – это не битва за город, там битва за город непосредственно 2 месяца. Битва шла с июля по февраль. И то, что, например, даже не было массовой эвакуации жителей Сталинграда, хотя к 23 августа, до начала бомбардировок, из 446 тысяч жителей эвакуировали около 100, объяснялось тем, что мы активно наносили контрудары во фланг атакующей группировки, оттягивая на себя силы врага, не позволяем приблизиться к городу. И поэтому, действительно, если мы посмотрим на карте, то северный фас, есть там такой 500... по-моему, 65-й километр, который именуется как битва за семафор. Там чистое поле, переезд и семафор. Причем, сколько за него бились, вот за этот участок, там такая гряда холмов, которые немцы оседлали, а мы их хотели сбросить. И почему-то этот семафор вообще не пострадал. Я не знаю, хотя туда вот снарядов было влито не меньше, чем при штурме Мамаева кургана. Поэтому как раз стратегия наших войск, это максимально давить на фланги немцев, оттягивать от Сталинградов, но... Успешная немецкая оборона отразила наши удары и позволила уже противнику начать уличные бои, которые, кстати, для него и завершились, как известно, печально. Да. Мы не можем не поговорить о знаменитом приказе «Ни шагу назад, 227». Это закручивание гаек или все-таки самый либеральный демократичный документ? Вот по-вашему, какого вы мнения придерживаетесь? Понимаете, приказ «Ни шагу назад, 227» — это выпуск июля 1942 года. Как раз надо смотреть в историческом контексте, почему он появился. Это не какая-то злая воля Сталина, не какая-то там происки комиссаров и коммунистов. Это реакция на катастрофу майскую под Харьковом. Массовое отступление войск, которое нужно было просто сдержать экстренными мерами. То есть чрезвычайная ситуация, чрезвычайное решение. Это не значит, что он тупо применялся и заградотряды расстреливали всех бегущих. Задача как раз заградотрядов была формировать из отступающих хоть какие-то подобия частей и направлять их в бой, а не уничтожение дезертиров. То есть, по-своему, приказ был оправдан. Хотя были, конечно, перегибы его применения, как и в любой военной обстановке. Но, например, известная вот 92-я бригада морской пехоты, хотя она не называлась морской пехотой, там служил известный снайпер Василий Зайцев. Вот, она, исчерпав возможности обороны, защищая элеватор, это южный сектор Сталинграда, она отступила, и вот полагаю, что командир и комиссар бригады были обвинены в трусости и самовольном отходе расстреляны. Хотя из почти 800 человек бригады к своим вышло и то чудом меньше сотни. То есть, ну просто все исчерпали и отступили. Вот здесь, вот, конечно, эпизод неправомерный. Но, в общем, приказ очень жестко так людям показал, что за Волгой земли нет. Психологически он очень мощно сыграл свою роль. Василий, не может ли быть искажение фактов после развенчания культа Сталина? Ну, то есть, кровавая гобня, как говорят в народе, вот это страшные НКВДшники, которым лишь бы всех замучить и расстрелять. Не могло ли это где-то в 50-е годы уже быть? А это была целенаправленная политика Хрущева. То есть, так называемая десталинизация, полностью развенчивание культа личности, естественно, вот все, что было при Сталине, все плохо.
Вот просто морало с черной краской. И, скорее всего, такая вот инерция, ну как же вот кровавая гыбня-то, без нее же никуда, она долетает до сих пор. Конечно, вот это все искажение, то, что, да, Сталин и Берия, это страшные такие все ужасные беспринципные люди, да нет, там был Ежов свой. Там был кому быть беспринципным, причем и страшным на самом деле. Ежов и Ягода, они получили по заслугам. Когда они, скажем так, вот эти перегибы-то и сделали с массовыми расстрелами и репрессиями. И 40-й год как раз массовые реабилитации пошли. Рокоссовский Константин Константинович. Как раз благодаря вот пересмотру дел по доносу он был восстановлен в чинах и звании и закончил войну маршалом Победы. Да, могло бы быть совершенно иначе. Да, было. Вот при Ежове и как раз ему сказали, ты враг народа, все. Да, и именно все сейчас очень изменилось. На самом деле, что сейчас детям в школе преподают и что, как преподносят, это еще большой вопрос. Да, любимое блюдо нашей интеллигенции – каша в голове, к сожалению. Историк верит фактам. Как говорят у нас моделистов, учить им отчасти. Да, больше консультаций, больше научных источников. Потому что, когда пользуешься по таким вопросам, когда то же самое готовишься к этому выпуску, открываешь Википедию, но там же может править ее любой. Согласен. И поэтому ты ее закрываешь и ищешь именно в научных уважаемых изданиях. Вот. И еще мифы давайте. Пока у нас есть с вами время, у нас есть буквально 3 минуты. А что вам самое, вот, Василий, что самое интересное вам кажется, самое абсурдное из обсуждений историков, касающееся Сталинградской битвы? Что самое вообще невероятное, что действительно мифом не может быть? Или наоборот, полная фальсификация? Ну, в общем, здесь я остановлюсь на двух моментах очень кратко. Это вопрос об уличных боях и вопрос о потерях. Потому что считается, что мы стояли насмерть любой ценой, немцы воевали очень грамотно, и поэтому огромнейшие потери. Вот, скажу по-первых, уличные бои в Сталинграде – это уникальнейший опыт уличных боев. То есть у немцев такого опыта не было, штурма городов. Поэтому они несли серьезные потери, но они очень искусно меняли тактику. Сталинградская битва отличалась тем, что у немцев было превосходство в артиллерии. По крайней мере, за 2 месяца уличных боев они расстреляли почти 5000 снарядов калибра 210 мм и выше. А мы аналогичный калибр за полгода расстреляли меньше 2. То есть вот при таком артиллерийском превосходстве потери, конечно, у нас будут выше. К тому же немцы применили очень хитрую тактику. Если мы, например, выстраивали линии обороны по городу, и считали, что нужно сдерживать немцев, то немцы, например, проходили этим зигзагом. То есть они ударяли в стык и потом не дальше продвигались, а уходили во фланг. И наша оборона, получается, просто скатывается как коврик. И вот это приводило к потерям. Но в ответ, поскольку позиционные бои тяжелейшие, мы переигрывали их, например, в снайпинге. Потому что немцы с Первой мировой войны снайперской стрельбе вообще внимания не уделяли, они не считали это особым видом боя. Потому что, ну нет позиционной войны Первой мировой, ну и не надо, у них же маневренная война. А у нас, наоборот, с 20-х годов переводились как раз и книги по снайпингу иностранные, очень больших количествах. Массовое движение ворошиловских стрелков, ДСАФовское. Поэтому людей, которые умеют метко стрелять, у нас было гораздо больше индивидуальных. И в позиционных боях это проявилось. Василий Зайцев, известный снайпер, больше 200 убитых врагов. Он вообще морской офицер и... по-моему, там бухгалтер даже по образованию. Вот. И потери. Вот очень интересно, опять же, поговорить, что миф о том, что завалили трупами. Но если брать вот именно потери войсковые, безвозвратные, что туда входит? Это убитые, пропавшие без вести, пленные, не вернувшиеся из плена до конца операции, и тяжелораненые, эвакуированные в тыл, ну то есть не вернувшиеся до окончания операции в строй. Вот если вот эти потери считать боевой убылью, наши 780-800 тысяч, из них убитыми 460-480. Немецкие потери, здесь нужно учитывать итальянцев и румын, которые держали фланги, и румынская первая кавалерийская, она сражалась и погибла в самом городе. Немецкие общие потери за этот же период, июль-февраль, 910-960 тысяч. Из них 250 тысяч итальянцев и румын. То есть, как вы видите, здесь ну, не трупами завалили, хотя непосредственно потери убитыми у нас выше. 460-480 против примерно 300-350 убитых врагов. Но это, опять же, не глупой тактикой, это сильный враг. Конечно, конечно, и технически, тем более.
Да. Да, вот. В тех оснащениях, конечно, это тогда было очень сложно. Я представляю, что это было для генералов и стратегов. Вот. Мы с вами поговорили о войне. Надеюсь, в ближайшее время мы будем жить в мирной стране, в мирное время. С вами был Василий Дронов и Виктория Чиркова. Всем доброго. До новых встреч в эфире. До свидания. Мирного неба.